Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали. И обязательно поставьте лайк этому рецепту, потому что сегодня он очень ароматный и вкусный. Сегодня мы с вами готовим соус из петрушки. Петрушка растет практически на каждом огороде, и поэтому соус из нее – это универсальное блюдо. Теперь вы не будете думать, куда же деть тонны этой петрушки. Такой соус готовится буквально за минуты. Вам понадобится только блендер. И подойдет к любым блюдам. С ним можно приготовить и салаты, и бутерброды, и подать, например, к мясу или к рыбе. Он очень вкусный, универсальный, и я уверена, что вы его тоже полюбите. Первым делом нам нужно подготовить зелень. Мы ее хорошенько моем в холодной воде и обязательно обсушиваем. И вот вам сразу небольшой лайфхак. Я купила вот такую вот центрифугу для сушки зелени. Я брала ее в Икее, но вообще-то она продается, наверное, даже в Ашане. В общем, в интернет-магазинах ее точно можно найти. Поэтому я буду мыть и сушить зелень с помощью нее. Это получается намного быстрее и экономичнее, чем с помощью бумажных полотенец. Зелень помыли, теперь накрываем центрифугу крышкой. Начинаем вращать, и зелень будет отдавать свою влагу вот в это вот блюдо и останется сухой. Это очень удобно и быстро. Посмотрите, зелень практически сухая. Ее можно сразу отправлять в блендер. Складываем в него петрушку и добавляем все остальные ингредиенты. Можно сразу все сложить, если у вас блендер большой, но у меня блендер вот такой вот маленький, поэтому сначала я измельчу петрушку, мне просто так удобнее. Когда петрушка измельчится, добавлю кедровые орехи, пармезан, чеснок и оливковое масло. Чтобы натереть сыр, я обычно пользуюсь такой вот маленькой теркой, она очень удобная, можно не пачкать лишний раз посуду и натереть сыр прямо в блендер. На пармезан прибежала Аква, она очень его любит, она, кстати, любит его больше, чем мясо или курицу, и вот выпрашивает постоянно, просто фанат пармезана. Кеш вот. И еще момент. Вы можете приготовить густой соус, например, вот такой, или сделать его более жидким, тогда нужно добавить еще растительного масла. Точное количество масла я вам не скажу, потому что это все определяется на вкус. Я добавила еще немножко масла, и соус у меня получился такой средней густоты. Слишком жидкий я решила все-таки не делать. Теперь я беру стеклянную баночку, красивую, с крышкой, и перекладываю в нее соус. Попробуем. Очень вкусно. Соус из огородной зелени – это просто что-то невероятное. За это просто обожаю лето. Обращаю ваше внимание, что сейчас у нас соус из петрушки, но вы можете делать точно такой же соус с базиликом, с укропом, с кинзой или даже со смесью всей этой зелени. Получится тоже очень вкусно и универсально. Не забудьте поставить лайк этому рецепту, обязательно его пробуйте, пишите в комментариях свои отзывы и подписывайтесь на мой канал. Пока!